рядовые, а у нас много. Мы только что с Минэкономикой вместе с городом Саратова проводили как раз дни празднования города Саратова, наши ремесла, 150 участников. Кроме всего, приехало 11 территорий. Даже я как сейчас помню, женщина представляла Архангельск. Представляете, насколько интерес к нашему движению. Вот мы с 2012 года поддерживаем наше направление в этой части. Город мастеров, местные. Нам принципиально важно. Мы видим за эти годы, насколько наши мастера выросли. Они участвуют сегодня во всех практически конкурсах, и межрегиональных, региональных, российских. Вот это принципиально важно. Это о чем говорит? Теперь есть что показать, теперь есть что предложить нашим туристам. Мы поставили задачу, 1 000 000 туристов должно посетить город Саратов. Все для этого сегодня есть. Посещайте, наслаждайтесь, покупайте, приобретайте наши сувениры. И предприниматели наши будут себя успешно чувствовать. Мы настроение будет получше.